Александр Гетлинг, доцент МГУ, доктор физико-математических наук, не избрал музыку своей основной профессией, но любовь к музыке оказалась настолько сильной, что вывела Александра Гетлинга на большую сцену. Он известен многим московским слушателям по концертам, которые проводит интернет-форум «Классика». Сейчас Валентин Сильвестров. «Утренняя музыка», цикл из трех пьес. Исполняет Александр Гетлинг, Москва. Thank you.
Thank you.